Привет, красотки! Я вас рада видеть на моей кухне и на новой рубрике, которая, надеюсь, задержится на моем канале, которая называется «За дрипом». Сначала я вам расскажу, как мне пришла идея создать такую рубрику. Дело в том, что я обожаю пить кофе. И для меня кофе – это особый ритуал. И особенно я люблю пить дрип-кофе. И однажды я отвечала на ваши вопросы в Телеграме у себя, попивая дрипик. Я помню, я словила такой приятный вайб. Знаете, что я такая за дрипиком. У меня спрашивают какой-то совет. Я такая… Вы знаете, вот разговариваю как с подружкой. Вот мы, правда, с подругой так встречаемся, например, пьем дрип, и у меня на кухне болтаем. Я подумала… Почему бы не сделать такую рубрику на YouTube? Это не формат вопрос-ответа, когда вы спрашиваете про мою жизнь, и я рассказываю там что-то из моей жизни, а это формат, где я не выступаю в роли эксперта, но могу давать вам советы на ваши ситуации. То есть вы пишете какую-то у себя проблему, какой-то случай, как поступить, и вот вам нужен совет, возможно, даже не подруги, чтобы не погружать там подругу во все эти подробности, а вот совет мой конкретно. Как бы я поступила в той или иной ситуации? И вот эта рубрика как раз об этом. На столе вы можете сейчас наблюдать прекрасное трио. Это стакан с двойными стенками, в котором очень приятно и красиво пить кофе. Это мой любимый дрип, который я пью каждый день. Просто открываешь, и уже жить хорошо. Уже начинается ароматерапия. Я обожаю, как пахнет кофе. Иногда мне достаточно просто даже понюхать, чтобы настроение уже вот так. И завершает наше трио новиночка на нашей кухне. Точнее, он у нас живет вообще в офисе, в нашем. Я подарила его Денису на день рождения. Это специальный чайник для идеального заваривания дрипов, чтобы вы понимали. Потому что у него тонкий носик, который позволяет идеально завариться кофе. Мне недавно подписчица написала, что я влюбляю своим блогом в материнство, йогу и дрипы. Да будет так. Видите, как он идеально наполняет дрип-пакет. То есть заваривание происходит супер плавным, супер равномерным. Не так, как с чайником обычным происходит, когда ты вливаешь, и даже может часть кофе выхлестнуть под напором. Прелесть дрип-кофе, кто не знает, в том, что он находится в азоте. То есть, распаковывая вот эту пачку, мы получаем будто свежесмолотый кофе прямо сейчас. И это, конечно, невероятный аромат и особенный вкус. То есть, вот прям как будто тебе свежайший фильтр кофе сделали в кофейне, вот прям под тебя. Только в кофейне часто делают фильтр кофе один на весь день, по-всякому бывает еще, насколько часто спрос, да, насколько большой спрос у фильтра кофе. Откуда я буду брать ваши ситуации? Конечно же, из моего телеграм-канала. Если вы еще не подписаны на меня там, то как же так? Срочно нужно исправлять. Вроде я сделала 2 пролива. Нужно сделать 3 пролива всего. Я тут заговорилась. Так что, дорогие мои, заваривайте кофеечек тоже. Будем создавать совместную атмосферу. Сейчас мы вот так незамысловатым образом убираем дрип-пакет. И с глаз долой тоже, чтобы было все красиво. Можно приступать к разбору ваших ситуаций. На самом деле, для меня это как-то даже ответственно, потому что человек мне доверяет какую-то свою проблему и видит во мне человека, с которым можно ее разделить и у которого можно спросить совет. На самом деле это дорогого стоит. Я очень редко у кого в жизни беру советы, прошу советы. Правда, очень мало. По пальцам пересчитать этих людей, притом по пальцам одной руки. И, кстати, я думаю, будет правильным, если я все это буду выставлять анонимно, потому что есть прямо очень какие-то личные ситуации, и там аватарка, имя видно, в общем, буду все это замазывать. Саша, привет! Что делать, когда совсем нет мотивации что-то делать? Даже почитать час в день стало как-то тяжело. Хочется просто залипать в телефоне и валяться. И, кстати, подобных вопросов, недаром я выбрала конкретно этот, подобных вопросов вот именно с мотивацией, что делать, как поднять 5-ю точку с дивана, не видишь мотивации вообще чем-то заниматься, или ты загораешься, быстро сдаешься. Вот таких вопросов прям очень много. Я бы себе, наверное, задала вопрос вообще, в чем моя мотивация жить. Да, то есть честно поговорить с собой. Мне кажется, все вот эти вот моменты, они возникают от того, что ты реально не видишь цели-то. Заниматься спортом, там, правильно питаться, куда-то ходить, чем-то заниматься вообще. Наш мозг очень умно устроен, он как бы бережет свои ресурсы, бережет свои силы, и ему проще отговорить себя же самого, да, то есть вот это сделать внутренний монолог, типа нам это не надо, да зачем тратить энергию, как бы и так хорошо, а что это даст, да? И
Когда у тебя есть определенное понимание вообще, к какой жизни ты стремишься, какой ты видишь себя через там, 5 лет, 10 лет, у тебя появляется сразу понимание, какие действия тебе нужно совершать. Банальный пример. Если я вижу себя через 5 лет в здоровом, подтянутом теле, у меня нет лишнего веса, да, лишнего конкретно для меня, что я себя ощущаю в нем легко, то наверняка мои действия сейчас будут направлены на то, чтобы все это свершилось. То есть это регулярное занятие там, спортом, для меня это йога, например. Выбирать движение, например, лишний раз. Это в мелочах, это просто в каких-то привычках, типа лишний раз не пройтись, по эскалатору подняться на лифте 2 этажа. Ну зачем? Типа, ты выбираешь каждый раз движение, ты выбираешь каждый раз лишний раз выйти там на раньше, на остановку на одну раньше, но пройти пешком. Или вовсе не садиться там на такси лишний раз, а посмотреть, в принципе, в целом я и пешком могу здесь дойти. И тогда это все не касается конкретно дисциплины, типа я себя заставляю, каждый раз это какая-то мука. А это становится твоим образом жизни. При этом будут моменты, когда ты будешь ничего не делать, будешь хотеть реально полежать на диване, и это тоже окей, это часть жизни. Самое главное, вот наоборот, не впадать в какие-то крайности, как по мне. И если ты хочешь отдохнуть, если ты чувствуешь, это же ведь рационально видно, ты лежишь месяц подряд, да, ничего не делаешь, ну, вряд ли это называется «я люблю себя, и я там отдыхаю». Или ты регулярно делаешь какие-то действия по отношению там, к себе, занимаешься спортом, здорово питаешься, у тебя есть какие-то полезные привычки. И в какой-то момент ты просто от всего этого устаешь, такой, а вот, ну, не хочу. Ну, ничего страшного, если я здесь расслаблюсь, там, съем не салат, листья салата с овощами и белком, чтобы все это было классно сочеталось, а вот просто, блин, шоколадкой поужинаю, да и тоже окей. Главное, без чувства вины. То есть, когда это редко и это один из случаев, это же окей. В общем, я бы на вашем месте прям глобально так поговорила с собой, ответила себе честно на вопрос, чего я хочу, куда я иду, какие мои приоритеты, какие мои цели. И относительно этого ответа сформировала свою в целом, наверное, базу дня, какой-то жизнедеятельности, на что я трачу усилия. Потому что действительно вариантов множество. И знаете, это большая на самом деле проблема, что у нас закрыты базовые потребности. Нам не нужно выживать. У нас нет такого, что в течение дня мы тратим очень много ресурсов и времени просто, чтобы выжить, просто чтобы не остаться голодным. Нет, у нас уже все это закрыто, и поэтому возникает очень много психологических проблем. Мне там нужна какая-то мотивация, чтобы я чем-то занимался. То есть возникают уже совершенно другие проблемы. Это как бы и хорошо, и плохо. С одной стороны, нужно себя дисциплинировать где-то, нужно где-то себя прям хорошо слышать, не идти где-то на поводу других мнений людей и так далее, и это все сложно. Но это круто, что не единственный вопрос, который нас беспокоит в течение дня, это выживание, согласитесь, то есть мы уже на другой стадии развития. Одну классную фразу недавно услышала, что жизнь похожа на спичечный коробок. Обращаться с ней слишком серьезно – смешно, обращаться с ней несерьезно – опасно. И вот этот баланс, эту грань нужно просто искать, не слишком фанатично подходить ко всему, да, но при этом и не плыть по течению. Итак, ситуация, проблема. Абсолютно не могу начать вести блог и открываться людям, хотя очень хочу. Есть некий барьер, который не могу преодолеть. Что ты можешь посоветовать? По сообщению непонятно, что это за барьер. Скорее всего, здесь мнение со стороны людей. Я думаю, что в 99% случаев это вот причина номер один. Потому что, ну иначе я не понимаю, какой барьер. Физический барьер. У всех есть выход в интернет. Ну, зарегистрируйся, сделай первые действия. Что конкретно останавливает? Если хочется, надо делать. Знаете, я очень буду, может быть, банальные вещи говорить, но иногда это важно услышать. Хочешь – делай. Не делаешь – значит, недостаточно хочешь. Кстати, очень перекликается с прошлым вопросом и моим ответом про спичечный коробок, что здесь смотря как ты относишься к своей жизни, то есть насколько тебе сейчас это важно, насколько вообще вот этот барьер некий, да, который я не поняла, что это за барьер конкретный, это нужная составляющая, она тебе как-то помогает в жизни или это то, что тебя отягощает, тянет вниз, не дает развиваться. Если это какое-то общественное мнение, значит надо его проработать, свое отношение к этому. Так или иначе, это будет через некую внутреннюю борьбу, потому что
уже видно, что есть какое-то напряжение. А значит, там тяжело, значит, там будет некомфортно. И это круто. То есть я не хочу сказать, что надо идти только там, где легко. Да блин, нет, конечно. Я вот еще раз говорю, наш мозг, наш организм в целом так устроен, что если ему делать только, что ему легко, то мы не будем вставать с кровати просто, нам подносили там еду, чтобы мы существовали. Развлекай, какой-нибудь телевизор поставь, но это же можно с ума сойти. Глоточек дриппа и читаю следующую ситуацию. В этой кружке еще очень круто, что остывает медленно кофе, потому что двойные стенки. И для этой рубрики это, мне кажется, идеально, когда ты много говоришь, кофе остывает. Я очень ранимый человек, так еще и интроверт, из-за чего долгое время были проблемы с самооценкой. Вроде бы проработала все моменты, построила личные границы, чувствую себя уверенно среди новых людей, но каждый раз, встречая своих знакомых, частенько проскакивает зависть и мысль, они круче меня, из-за чего неуверенность в себе возрастает и самооценка мгновенно падает. Что с этим делать? Вообще, во-первых, всем классно понять и осознать, что вот это сравнение внутреннее, которое происходит у каждого из нас, это исключительно способ мышления для выживания нашего мозга. Это исключительно для того, чтобы нас же спасти. То есть о чем речь? Раньше, супер в древние-древние-древние времена, если ты был каким-то не таким, не соответствовал, например, каким-то параметрам, которые считаются в твоем племени классными, это реально была угроза жизни. Ты мог просто умереть, потому что тебя там как изгоя выпнут, и это опасно. Сейчас это просто рудимент, то есть нам это не нужно, это просто осталось с нами, от чего-то оно защищает нас, но в общем и целом чаще всего оно нас тормозит очень сильно. Это просто тренировка ума. Это просто нужно формировать новые нейронные связи, чтобы не сравнивать себя с другими. Ну, просто априори понять, что даже когда это будет происходить, даже когда будет вот эта вот мысль, а вот они, все, ты уже не живешь своей жизнью, ты уже не слушаешь себя, не живешь по своему пути. Да, может быть, у тебя будет медленнее темп. Да, может быть, у тебя не будет того, что есть у других, но кто сказал, что это плохо? Где есть вот это мерило успеха? Приведу пример. У меня большая ценность в жизни – это семья и дети. Ну, дети – это как бы часть семьи, поэтому да. Для кого-то вообще нет. И если у кого-то в моем там возрасте нет детей, а у меня их двое, это не говорит о том, что я классная, успешная, а они нет. Или, например, кто сколько зарабатывает, у кого какая там машина и так далее. Это настолько все пусто и неважно, что когда человек будет жить только вот этими мерилами, типа вот это я хочу как у него, это как у него, потому что он там круче, он класснее, он не будет получать счастье в итоге от всего этого приобретенного. Потому что только живя своей жизнью, только слушая себя, свою душу, как бы это ни было духовно сейчас сказано, ну, у каждого там свое, это кто-то Бога слушает, кто-то душу, кто-то свое там сердце. В любом случае, внутри каждого из нас есть особое ощущение, что ему важно, своих приоритетов. Многое закладывается родителями, многое закладывается друзьями. Но в любом случае, вот это всегда просеиваешь через сито, твое это или не твое. Я думаю, что каждый меня сейчас понимает, о чем речь. То есть вот ты слышишь какой-то там фонит, да, вот, там, у меня есть вот это. И ты прям внутри понимаешь, а мне это откликается вообще? То есть уметь разделять успех, радость другого человека от ощущения, собственно, достоинства, даже если у тебя этого нет. Недавно прочитала такую классную фразу в книге Маргулана Сисимбаева. Я знаю много успешных людей, но они несчастны. Но не знаю ни одного счастливого, кто не считает себя успешным. Сейчас можете поставить прямо на паузу или сделать глоточек дриппа или у кого что. Вот эту фразу прям, знаете, не мимолетно надо расшифровывать. Вот прям остаться с ней, подумать. Она, правда, переворачивает многое. Потому что в наше время есть некое стремление к успешному успеху, к общепринятому успеху, который вот как-то очень хорошо огранен в какую-то рамочку, вот это вот какой-то идеал. И у каждого это, конечно, может быть чем-то своим подкреплено. Кто-то прям родители вот там наседали, что это важно, а человеку это вообще не важно. Он уже это делает просто потому, что, ну, отвалите от меня. Но это нездорово. Это нездорово ни для ваших отношений в итоге, ни для вас самих, для вашей жизни, да, потому что вы теряете драгоценное время, просто идя не туда. И эта фраза помогает тебе очнуться будто, понять, что у каждого свой путь, это точно, у каждого свой темп. Классно к чему-то стремиться, безусловно,
но не из зависти, не потому, что ты хочешь просто как у него, чтобы быть таким же, потому что это сделает тебя успешным. А потому что ты себя развиваешь, у тебя есть определенные ценности, и ты в них хочешь расти, ты в них хочешь развиваться. Это должно быть очень органично к каждому человеку, поэтому это определенно у каждого свой индивидуальный путь. Саша, привет! Кусалась ли у вас Ева или, может, дралась с детьми на площадке в возрасте с 2 до 3 лет? Если да, как вы ей объясняли, что это плохо? У нас девочка 2,4 года, кусается, дерется, каждый день разговариваем и ругаю, все равно так же себя ведет. Спешу успокоить. С этим сталкиваются абсолютно все родители. Ну, правда, я не знаю ни одного пока родителя, кто бы с этим не сталкивался. И это абсолютно, на самом деле, нормальный этап взросления ребенка, понимания и чужих границ, и проявления агрессии. На самом деле, в этом и суть, что человек, ребеночек в этот момент проявляет эмоцию. Просто пока он не умеет ее проявлять экологично, как-то безопасно, да, мы вообще учимся этому всю жизнь, и не только в периоде с 2 до 3, у нас у Евы это встречалось и в 4, и до сих пор, ей 5 лет, бывает иногда, настолько ее сильно захватывает эмоция, это какая-то может быть истерика, потому что что-то случилось, этого уже намного реже, чем вот в этом периоде, потому что с 2 до 3, я помню, это вообще каждый день было, то есть это просто тренировка тебя, твоего спокойствия, твоего терпения и объяснение каждый раз ребенку, да, как мы делаем, как мы не делаем, вот, но сейчас у Евы тоже такое может быть, но очень редко, и она уже, конечно же, знает все, что я скажу, прекрасно знает, вот конкретно ругать, оно вообще бессмысленно. Ребенок может перестать это делать, но у него не пройдет эмоция, и он не научится, не обучится ее правильно проявлять, ну, по-другому, да, как-то. Она у него, скорее всего, останется внутри и выльется в чем-то другом. И, возможно, он начнет бить себя, или, возможно, он начнет бить себя, как-то ранить. Это, на самом деле, может иметь плохие последствия, довольно более серьезные, чем просто, когда он в открытую это делает, еще такой вот смелый, его еще там по рукам ему не били и так далее. Как мы поступали? Первое. Четко проговорить. Нет, мы не бьем. То есть остановить насилие. Не типа подождать, пока он набьется. Конечно же, нет. То есть вот он, например, кого-то там на площадке другого ребенка или даже тебя. То есть не смеяться, не как-то это все это строго. Нет, мы этого не делаем. Либо рукой прямо остановить, либо достаточно иногда проговорить. То есть дети, они же реально не знают, они только обучаются. Вот они начинают фигачить, у него пошла там эмоция. Просто даже радость может быть. Но чаще всего это, конечно, агрессия, гнев. Какая-то вот нахлынывает, и он давай фигачи там. Ты мне что-то не дал, или отдай лопатку, неважно. Иногда достаточно просто сказать «нет, мы не бьем, это больно» и так далее, да, проговорить. А иногда он не слышит, и ты прямо останавливаешь руку. То есть важно насилие остановить. Это этап первый. Этап второй – это проговорить, собственно, да, что мы не бьем, бить нельзя, мы не кусаемся и... Тут же объяснить последствия, что чувствует другой ребенок. У нас это работало идеально. То есть каждый раз ты таким образом тренируешь эмпатию ребенка. Ты даешь ему понять, как чувствует себя другой, когда ты с ним такое делаешь. Давайте возьмем пример. Играют в песочнице Ева и мальчик Миша. Им по 2 года, была лопатка в песочнице. Ева хотела ее взять, но взял первый Миша. Да, банальная ситуация. То есть это ничья лопатка. Ты не можешь там сказать, ну это действительно наша, отдайте, пожалуйста, да. Это вот ничья лопатка, но так получилось, что Миша взял ее первый. И вот Ева злится и начинает его бить. Не останавливается, я фиксирую руку и проговариваю. Миша сейчас, я прям могу голос сменить, да, там немножко приблизиться к Мише, сказать ему больно, ему будет неприятно. Не ругаешь, типа, так, мы уйдем сейчас с площадки, что происходит, что начинается. Ну, это особо неэффективно просто-напросто. Это в моменте может как-то заглушить вот эту ситуацию. Скорее всего, ребенок не поймет, почему он перестал это делать, у него эта эмоция не выйдет, при этом он запомнит, просто запомнит, что мама ругается или там бьет даже по рукам, или, ну, то есть происходит какое-то потом негативное последствие, просто как собаку Павлова, знаете, обучили рефлекс, все. И в следующий раз он, возможно, это не сделает, да, сам испугается последствий,
но эмоцию не сможет правильно освободить, да, то есть освободиться от эмоций от этой. Итак, это вставочка из будущего. Я забыла упомянуть очень важный пункт, который обязателен в этом случае при проживании истерики. Это дать альтернативу, как можно выразить эмоции другим способом. Например, потопать ногами, порычать как лев, ударить подушку. В общем, сделать любое физическое действие, чтобы ребенок понимал, окей, бить нельзя, но вот у тебя есть альтернатива, что можно сделать. Классно, в тему недавно посмотрели «Головоломку 2», если вы вдруг не смотрели. Рекомендую от души первую и вторую часть. Ну просто я так счастлива, что появляются такие мультики, что важность эмоций, при том всех эмоций, подсвечивается. Следующая ситуация. Довольно длинное сообщение будет. Мы с мужем целый год активно планировали беременность. В этот момент забеременела моя двоюродная сестра, и мы с ней делились друг другом всем. Я ее поддерживала всю беременность, и даже в момент родов я была с ней на связи. Когда она была беременна, мы обсуждали с ней какие-то моменты материнства, и наши мнения сходились практически во всем. Но когда она родила, она стала меняться, и это я не про взросление. И тут спустя 3 месяца после ее родов наступила моя долгожданная беременность. Она за меня порадовалась, но после, с каждым днем, ее комментарии были все хуже и хуже. Я могла ей не писать, а она ни с того ни с сего стала говорить: готовься, радуйся, пока можешь, а дальше после родов будет просто ад. И это она писала мне каждый день и не по разу. Я просто не знаю, как себя вести, потому что до того, как она родила, она была другим человеком. И это все мне напоминает просто послеродовую депрессию. И мне ее жаль, но при этом мне дико неприятно ее поведение. Я пыталась возражать и перестать общаться с ней, но это ее не останавливало никак. Она продолжала меня пугать и зерно страха поселить во мне, и у нее получилось. Ведь на протяжении 17 недель она каждый день мне говорит, что быть мамой — это конец твоей жизни. Просто не понимаю, как себя вести, ее жаль и себя жаль. Ух, похоже на самом деле на послеродовую депрессию, и это очень не смешно, и это очень грустно и печально. Возможно, она абсолютно точно неосознанно делает такие, ну, больные вещи даже, да, можно сказать, настраивает. То есть, скорее всего, ее жизнь, конечно же, перевернулась, она не ожидала, возможно, у нее нет должной помощи, какого-то разделения обязанностей с мужем и продыха вообще. То есть, возможно, она была внутренне не готова, и это настолько повлияло на ее жизнь, что вроде как с точки зрения заботы она сейчас пытается огородить, но, конечно, это не оправдывает ее, не помогает вам, и я бы в таком случае, конечно, поговорила напрямую. Просто поделиться важно здесь своими чувствами о том, что мне неприятно слышать какие-то страхи, да, и вот запугивания о жизни после рождения малыша. Да, твоя жизнь поменялась, и скажи мне, если какая-то помощь, может быть, тебе нужна. Ну, я бы так, да, вот поговорила, что, вероятно, это от очень накопленной злости, тоже агрессии, обиды, возможно, даже. Женщины после родов, конечно, сталкиваются с огромным давлением на самом деле. Мало того, что жизнь меняется просто на до и после. Какие-то повсюду, как ты должна поступать, сомнения насчет всего, еще и такая огромная ответственность. Возможно, здесь где-то играет зависть, что она видит, что у вас, может быть, какая-то ситуация проще или лучше и так далее. Я не говорю, что это все ее оправдывает, я пытаюсь просто дать картинку, наверное, как происходит у нее это в голове. Это не означает, что вам нужно продолжать общение. Здесь уже важно видеть влияние. То есть я вот здесь прочитала в конце, что удалось поселить зерно страха. Это уже, конечно, ваша ответственность, потому что это вы и ваш малыш. И даже если это двоюродная сестра, даже если это была бы родная сестра, даже если это была бы мама, ничего не стоит вашего ментального здоровья. То есть никакие отношения во благо там тому, что у вас родственные связи, если они вредят вашему ментальному здоровью вот настолько, да, то есть заставляют бояться, не помогают разговоры, то, возможно, временно надо прекратить общение, как бы это больно ни было. И, кстати, подобных вот историй только с самых разных сторон было очень много, когда на чаше весов стоит общение с близким человеком, будь то папа, брат родной там, или даже близкий-близкий друг, и какие-то ваши ценности, которые вообще вразрез там не сходятся, и начинается какое-то угнетание уже, и очень сильное нарушение границ. И это всегда очень больно. И очень больно делать такой выбор, потому что, ну, выбор в сторону себя. А так или иначе, если не помогают разговоры, да, разговоры на самом деле решают 90% всех проблем, потому что это единственный способ
понять, что в человеке, внутри другого человека, в голове, потому что мы не можем туда поселиться, мы не можем додумать. Точнее, очень часто мы это делаем. И вот судя по, кстати, проблемам, вопросам, которые я читала, большинство людей додумывают за других людей, и от этого рождается огромное количество проблем, ну просто огромное. Вместо того, чтобы лишний раз спросить, а что ты думаешь, он додумывает, а что он думает, да, ну другой. И это такая... Это вот реально головоломка происходит. Нам, людям, дан прекрасный инструмент для решения конфликтов. Это наш рот. И его надо просто использовать по назначению. Надо говорить. Просто иногда сложно говорить, когда эмоции захватывают. И вы можете тогда прерываться, подышать, правда. Написать письмо очень, кстати, помогает. Многие люди не могут эмоционально говорить, потому что эмоции настолько захлестывают, настолько они не умеют их выражать. Там, может быть, в детстве очень сильно пресекалось любое проявление там, любви, да, в том числе. Или наоборот страха какого-то, что проще написать текстом письмо и передать человеку. Может быть, это кажется как какая-то шизофреническая история, но это намного лучше передать таким образом то, что у тебя внутри. Зачастую помогают, конечно, просто честные, долгие разговоры. Что у тебя внутри, к чему вы идете, как ты себя чувствуешь при этом. Но если это уже не помогает, и вы чувствуете, что нарушаются ваши границы очень сильно, вы прям вот проседаете, ваша жизнь страдает, буквально, то как бы сложно ни было, ну лично я бы точно выбрала путь прекращения общения. Хотя бы на время. Просто хотя бы на время. Как бы ты поступила, если ты долго живешь с человеком и разлюбила его, а ваш общий быт, построенный годами, не хочется разрушать? Но здесь, конечно, мало данных, чтобы прям принять решение, потому что я не знаю, что... А вот что значит для человека разлюбила? Люди часто ждут вот этих бабочек в животе, которые были во время влюбленности и конфетно-букетного периода, что они будут сами поддерживаться в течение всей там жизни от других и отношений, да. Вы просто такие живете, а они, короче, все время поддерживаются. Но любовь — это действие. И если нет никаких действий по отношению к партнеру, нет проявления этой любви, то и любви нет. То есть вы становитесь сожителями. Поэтому вот мне здесь сложно понять, что значит разлюбила его. Там уже как бы у человека настолько нет шансов и желания спасти ситуацию. Не в плане даже спасти, я хочу вернуть эти отношения во что бы то ни стало. Разные бывают тоже случаи. Иногда это действительно вот конец. Вот просто, ну все, дальше невозможно. А иногда это вот правда окончание актов служения друг другу, да? И, соответственно, окончание вот этой самой любви. Но допустим, вот прям уже девушка приняла решение, все. Ничего общего не хочу иметь с человеком, но просто жалко быт. Здесь также поможет, знаете, эта практика отдаления себя на несколько цать лет и вот посмотреть на построение нового быта, например, или разрушение этого быта, ну, уйдет, допустим, какое-то время, там, год-два. В разрезе жизни это ничто. Но если вы остаетесь человеком, который вам абсолютно не интересен, да, я уже здесь не беру ситуацию, что вы все-таки хотите спасти отношения. На самом деле я всегда именно за это. Ну, не просто так вы выбрали друг друга, не просто так ваши души соединились и так далее. Если там нет какого-то насилия в отношениях, если нет того, что вообще точно противостоит отношениям как таковым, а вот просто вы такие, ну, я разлюбила, потому что больше нет бабочек в животе. У меня тоже сейчас бабочек в животе нет. Брак там 7 лет, 10 лет длится, и вы всегда с бабочками в животе. Нет, дальше у вас другая стадия отношений, другой уровень, другая глубина, и я вам скажу, это покруче бабочек будет. Но если вот именно в разрезе, на чаше весов, блин, мне не хочется рушить наш быт, мне так удобно, комфортно, и ваша жизнь, и жизнь, кстати, другого человека, потому что очень эгоистично просто жить с человеком, потому что удобно, при этом он даже не знает, что вы к нему уже никаких чувств вообще не испытываете, не видите с ним совместного будущего, вы занимаете его время, вы занимаете свое время. Надо разговаривать, надо просто разговаривать, чаще разговаривать. На самом деле тоже вот, если вы постоянно поддерживаете общение, отношения, то и таких моментов не случится. Либо у вас будет все и так понятно, да, то есть вы прям придете к общему знаменателю, либо у вас даже не случится такой истории, потому что вы постоянно работаете над отношениями, потому что это, блин, тоже отдельная часть нашей жизни, где мы должны активно принимать участие. Само происходит только разрушение. Понимаете? Вот если ничего не трогать, происходит только разрушение всего. Саша
привет! Как успевать совмещать и работу, и учебу, и отдых, и сон? В последнее время появилось много увлечений, дополнительной работы и ничего не успеваю. Но хочется везде и все попробовать. Ко всему этому хочется быть и хорошей хозяйкой, чистый дом, вкусная домашняя еда. И я просто разрываюсь между всем этим и жертвую сном, что сказывается на здоровье и самочувствии в целом. Как быть, что посоветуешь? Я бы посоветовала не жертвовать сном. И вообще не жертвовать фундаментальными китами, на которых стоит здоровье и самочувствие человека. Вот это вот реально последнее, чем нужно жертвовать. Люди чаще всего делают наоборот. У них появляется там новая работа или какое-то увлечение, какое-то хобби. И они такие, ну ладно, поменьше посплю. Или пропущу еду, или пропущу движение в течение дня. То есть там никуда не пойду, не позанимаюсь спортом. Но в долгосроке это сыграет очень злую штуку, потому что это накопится как минимум самочувствие, а как максимум это и на другие сферы, конечно же, сразу же ляжет, отразится и просто вас уже вырубит так, что вы ничем этим не сможете заниматься. Поэтому я бы именно уменьшала количество каких-то занятий. Да, в жизни очень много всего, много языков, много хобби, увлечений. Но посмотрите на свою жизнь, опять же, в разрезе многих-многих лет. Вам хватит этого времени, чтобы попробовать, ну, то, к чему душа лежит, не в ущерб себе. То есть вот эта гонка, она откуда? Она откуда желание именно вот успеть вот все и вот это, и вот это, и вот это? У вас приоритет быть счастливым или успеть все попробовать именно за вот какой-то короткий промежуток времени? Если все-таки приоритет быть счастливым, то я бы подуменьшила количество дел, занятий и делала бы в удовольствие, чтобы я не выгорала, чтобы ментальное здоровье оставалось все-таки на первом месте, оно не страдало. Приведу пример. Я очень многое тоже сейчас не берусь даже делать, потому что понимаю, что не время. Ну, например, в контексте с двумя детьми и даже имея помощь, я понимаю, что моего ресурса не хватит. У меня каждое мое действие, каждый мой новый проект, несмотря на то, что их много, он ложится на мою картину мира. Вот как бы это глобально ни звучало сейчас, и странно даже, может быть, да, в смысле, да просто возьмись там, вот сними дополнительное видео, просто возьми, ты сними этот проект. Но это все не так просто, потому что на каждый твой проект, на каждое твое действие затрачивается определенный ресурс. И если у тебя уже работающая такая система, что ты понимаешь, вот у меня там такой рабочий день, и это для меня окей, я не выгораю, меня хватает, моего ресурса хватает на детей, на мужа, на то, чтобы просто отдохнуть, на то, чтобы просто на себя там потратить время. И вот добавляя вот эти вот все тут проектик, даже если они очень интересны, и даже если мы там хорошо заработаем, у меня какой приоритет? Я каждый раз вспоминаю. У меня приоритет — это мое ментальное здоровье, быть счастливой, быть гармоничной, да, в балансе быть, а не перекоситься куда-то, потому что там интересный проект. Ну, блин, много чего интересного в жизни есть, просто важно говорить «нет», важно отсеивать. Давайте еще парочку вопросиков. Привет, красотка. Мама мужа говорит, что жена должна встречать... Мне уже плохо стало. Мне реально вот от первой фразы «мама мужа говорит, что жена должна...» Все. Внутри меня уже огонь-пожар. И не потому, что в моей жизни так. Вообще, тьфу-тьфу, на самом деле. Просто меня трясет от того, что вот настолько часто встречаются почему-то, это вот вообще не первое сообщение, что родители, там, мужей или жен, принимают решение и там навязывают, как должно быть в вашей семье. Блин, вот настолько это неправильно. И от этого так много страдают людей. Ладно, прочитаю хотя бы, что там дальше. Мама мужа говорит, что жена должна встречать мужа с работы. Семейный очаг был всегда такой, говорит она. Но я считаю, что вечером я могу спокойно прогуляться одной или с подругой. Муж вроде за меня, но и мамино мнение поддерживает. Как бы ты поступила в такой ситуации, чтобы был мир? Очень приятно, что вы в итоге хотите мир. Иногда мир не получается, потому что не получается договориться там с кем-то, в том плане, чтобы было и вам комфортно, да, и вашему мужу. Мне кажется, здесь первоочередное именно это. То есть здесь мы отсекаем всех, кто не относится к вашей семье, которую вы создали. Вот есть муж и есть вы. И два ваших мнения равнозначно, ну, важны, да, в отношениях. И вы вдвоем договариваетесь, а как вам классно. То есть вы со своей стороны говорите: знаешь, дорогой, я тебя люблю, я, ну, то есть проявление моей любви не только в том, что я тебя встречаю с работы. Я хочу по вечерам тоже жить свою жизнь, и окей ли тебе это? То есть вы можете найти какой-то общий компромисс, например, там 3 раза в неделю вы его встречаете, потому что для него это тоже может быть, да, важно. Он приходит с работы, его тоже можно понять, он весь день не был со своей любимой, хочет вечером провести вместе время. Это тоже прекрасно, и вы
именно находя компромисс, да, совместный, можете это все решить мирным путем. Я вообще здесь даже вот на первое место абсолютно точно не ставлю мнение вашей свекрови или вашей мамы, потому что важно решить, как вам комфортно. Допустим, муж соглашается на этом этапе, говорит, да, конечно, мне тоже важно твое мнение, и живи свою жизнь, пожалуйста. Но вот возникает такая история, например, приезжает ваша свекровь, и в присутствии мужа начинает говорить, вот, а нормально вообще, что там? Жена тебя не встречает по вечерам. И вот здесь, как, ну, как я считаю, да, вы спросили мнение у меня, я считаю, что со свекровью должен говорить муж, то есть ее сын, короче говоря. А с вашей мамой должны говорить вы по отношению именно вот того, как она влияет на вашу семью. Ну, вы тоже, конечно, можете, но, как мне кажется, вот ступень номер один, когда вы хотите мягко, плавно решить проблему, это все-таки, чтобы ваш муж поговорил со своей мамой и, ну, как бы сказал, мам, у нас вот так. Спасибо за совет, да, спасибо, то есть поблагодарить за внимание, за заботу, но нам так хорошо. И давай мы будем сами решать, это наша семья, в нашей семье мы хотим, ну, как бы принимать решения самостоятельно. И если что, мы у тебя спросим совета. Потому что, конечно, не хочется обижать старшее поколение, не хочется говорить, не просто не лезь, мы сами решим. Они, конечно же, с долей заботы это делают. И сложно эту заботу уловить в непрошенных советах. Я вас прекрасно понимаю. Подытожить можно, как бы зашлифовать мой ответ. Да, грустно, когда не получается выстроить, ну, прям очень хороших, доверительных отношений там со свекровью. Это... Не говорит ничего о вас плохо. Возможно, когда-то, через какое-то время вы придете к общему компромиссу и согласию, и ваши отношения будут выглядеть абсолютно здоровым образом. И не в плане, что вы будете подстраиваться и пытаться быть хорошей. Нет, вы будете собой, и она будет собой, и вам будет комфортно вместе. Это классно, если так будет. Но иногда бывает не так. Не с этим человеком вам строить семью, опять же. И не с этим человеком вам растить детей. Да, в любом случае, ее влияние, скорее всего, будет оказано на ваших детей, но, опять же, вовремя поставленные границы мягким образом, иногда не мягким образом, смотря какой там человек, тоже сделают свое дело. И давайте разберем последнюю ситуацию на последних глоточках моего дрипа. Постоянно тревожусь при каких-то изменениях в жизни. Вот сейчас предстоит серьезное изменение, и я чувствую, как снова меня преследует каждый день это чувство тревоги. Какие инструменты посоветую, чтобы заглушить это, меньше беспокоиться и довериться жизни? Очень круто прозвучало прям в вопросе, какой паттерн поведения срабатывает на чувство тревоги, то есть хочется его заглушить. Но проблема в том, что заглушенное всегда проявится. Я бы посоветовала его проявить на максимум, посмотреть, что там внутри. Очень классно помогает практика, когда вы просто выписываете все, чего вы боитесь, все, что вас тревожит. Вот просто пока чернила в ручке не хочется, пишите, пишите, пока у вас идут эти мысли, им важно дать выход. Вот как бывает часто, в детстве непроявленные вот эти эмоции и неспособность даже их вообще показать, приводит вот к этому. Вот поэтому это реально плачевно, когда мы детей не даем им злиться, не даем им плакать. То есть нам хочется это все сразу чик-чик-чик, переключить внимание, или наоборот, их наградить чувством вины. Смотри, на тебя все смотрят, ты сейчас орешь. И вот потом, во взрослом возрасте, скорее всего, мы получаем вот это, когда чувство тревоги постоянное, мы даже не можем его осознать, пощупать, оно не может выйти, оно какое-то нерациональное. И при этом, скорее всего, если мы заплачем, нам будет еще и стыдно за себя, блин. Вот поэтому, мне кажется, всем родителям, ну, супер важно читать книги по психологии детей, потому что нужно их учиться понимать. Это же не просто игрушка какая-то, это супер ответственно растить другого человека. Извиняюсь, ушла с темы. Так вот, к инструментам от тревожности это дать ей точно выйти. И еще классно, разогнать эту тревогу, разогнать, не до панической атаки, нет, до самого большого страха, что может произойти. Вот прям вы садитесь осознанно, что будет, если даже это произойдет, как я себя почувствую, окей, и нагоняете еще, еще. Но при этом вы контролируете этот процесс. У вас это не происходит как-то вот само перед сном, знаете, вот этот поток вот. Просто если вы сделаете этот страх более ощутимым, вот его как будто даже можно потрогать, вы сразу же успокоитесь, потому что вы его увидите, вы поймете, что с ним делать. Это вот то, о чем я сказала, это, конечно, такой вспомогательный момент, вот прямо сейчас, здесь и сейчас, давайте сделаем, да? А если вот базово, что мне помогает лично на долгой дистанции, не разгонять тоже какую-то свою тревогу, или в целом быть осознанной в своих
мыслях и эмоциях, и ощущениях, да, вот чтобы понимать, что я хочу, это, конечно, медитация, 100%. Это медитация, это в течение дня, притом постоянное нахождение в моменте. Вот научитесь в течение дня ловить моменты, где вы полностью ощущаете сейчас. В этом на самом деле есть жизнь, да, то есть не о будущем тревожиться все время, не о прошлом переживать, мусолить, а просто течение жизни наблюдать. Ну что, вот такая рубрика у нас получилась. Дайте, пожалуйста, знать в комментариях, как вам вообще, оставляем ли мы ее на постоянной основе. Я вас благодарю за ваши вопросы, за ваши ситуации и за ваше доверие на самом деле, потому что это прям ценно. И желаю вам прекрасного дня. Увидимся совсем скоро.